В России продолжается зачистка оборотней и коррупционеров во всех структурах власти. Так, на этой неделе четверо полицейских ГУ МВД России по Красноярскому краю приговорены к 8 годам колонии строгого режима за вымогательство взяток. Как выяснилось следствие, четверо сотрудников, следователь городской полиции, оперативник и руководитель уголовного розыска, руководитель отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, вымогали взятки у бизнесменов, а при отказе платить организовали обыски и оказывали давление. Вот такой вот бизнес у оборотней. На этой неделе задержали руководителя и заместителя мурманского филиала Росморпорта при получении взятки в размере почти 20 миллионов рублей. Следственное управление подтвердили задержание руководителя филиала и его заместителя. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору. Также крупного оборотня удалось поймать и в Пскове. Там задержали замглаву администрации города Александра Градского по подозрению во взятке. Интересный момент в том, что заммэра Пскова задержали менее чем через полгода после назначения. Получается, не успел Градский сесть в должностное кресло, как сразу начал принимать взятки. На текущий момент Градский задержан для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, которое расследует региональное управление. В пресс-службе СУСК по Псковской области сообщили, что чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. Редакция «Момента истины» продолжает свою работу. Если вы столкнулись с проблемами или произволом чиновников, звоните и пишите на указанные контактные данные редакции.